Вот такие вот я приготовила в этот раз задания. Это есть группа ВКонтакте «Плохо нарисованные животные». Вот, можете найти. И здесь нужно дорисовать животное, угадать, кто это, и дорисовать. Ну, здесь в основном все идут коты. По-моему, там всего две собачки. А вот собака, да, две. И еще одна. И также здесь вот по номерам они. Человек выбирает. То есть я планирую вот так перевернуть. Веером сделать, как карты, например, да? Мы делаем, когда в карты играли. Дима, садись. Садись, твой творожок уже там. Давай. Да, там, вот он. Вот, и человек выбирает, допустим, рисует. Надо будет, наверное, еще карандаши взять, может быть, не знаю. Должны быть, хотя должны быть, ладно. Вот, карандашом или чем-то для него дорисовывает. Потом говорит цифру 4. Я иду, значит, в свой мешок и выбираю. Здесь, короче, у меня получается... А, ну тут я вот заложила, на всякий случай, если вдруг народу будет больше... Чтобы никто не остался у меня без подарка. Здесь вот большие подарочки. Здесь курасаны получаются у меня. Я все купила в фикс-прайсе. Вот такие вот. Ну вот 4 перевернутые. То есть вот кто, у кого 4 будет. Здесь, а, и влажная салфетка здесь пачка. Здесь вот большие. А, нет, подожди, здесь это у меня. А, ну да-да-да, все верно. Здесь большие, а вот тут вот они у меня маленькие, вот такие вот всякие. 5, по-моему, должно быть. Раз, вот, 2, 3, сейчас, подожди, 4, 5, да, все правильно. Вот, а здесь большие. Туда я приду, я все высыплю. Вот, и давайте вот тут покажу. Тут, да, вот собака, здесь кошка, здесь тоже у нас кошка. Да, хотя первый раз, конечно, так посмотришь, не поймешь, что за червяк. Ну вот, здесь вот тоже, здесь я уже почти сама додумывала. Дима, здесь вот тоже надо, то есть, угадать, что это такое вообще, и дорисовать. Ну, здесь уже не будет проверяться, правильно ты сделал, неправильно. В любом случае получит человек свой сюрприз. Просто будет интересно, что же он нарисовал. И здесь вот собака. Две собаки, получается, остальные кошки. Вот. Вот такие вот у меня сюрпризы. И смотрим дальше, как что будет. Надеюсь, что у меня получится там поснимать. We'll be right back.
подписчика даже не было. Да, подписчика пока. Я посмотрю, какая погодка лучше солнца. Ты можешь не зевать там? Да. На заднем плане. Вот, пришли мы в наш дворик. Когда-то мы здесь жили. Наш первый этаж. Жили на первом этаже. Да, Женька? Да. Да. Высокий. Ну, здесь высокий, да, тут лесенка есть. Там помойка рядышком. Двор такой. О, гаражи, смотри, посносили, Жень. Последний гараж остался. А вот же они. Дети, да, лет, зимой прыгали по гаражам и летом. Гаражи посносили. Надо же, один остался. Там вот тоже горка такая, там овражек. Красиво очень. Двор такой прям большой. Пришли проведать, посмотреть. Что там поменялось. Наш как раз первый этаж. Здесь вот рядом мусорка. Там все время, помнишь, мусор спускался? Помнишь? По ночам мусор спускался, и лифт еще здесь с этой стороны. И я помню, как по ночам, помнишь, я просыпалась, Жень там привидение поет, помнишь? Помню. А там такой, прям ночью было страшно так вообще. А в 6 утра, что ли, в 5 или в 6 утра приходил этот дворник, и мусор выгребал, а тут что слышно, считайте, вот стенка, и вот тут уже. То есть балкон, и там кровать наша через стенку почти. И там грохот такой был. Каждый раз просыпалась. Здесь останавливались все время, все курили, летом открыт балкон. Да, запах, балкон, помнишь? Я помню, ребенка спать уложила на балкон. Думаю, пускай свежим воздухом подышит. А там начинают курить, и вообще просто кошмар. Запах поднимается, ребенок спит, в итоге все закрываешь, закупориваешь, ребенка будешь, достаешь из этого, вообще кошмар был. Первый этаж — это ужасно. Холодно, полы холодные постоянно. Да? Жень? Да. Женя, привет! Да, я тоже слышу. Привет! Да, привет. Помаши ручкой. Вот. Пришли, посмотрели, проведали. Иди вот так вот, давай оттуда. Давай, я сушу. Давай, иди. Ну давай, показывай. Вот так, Женька, чуть-чуть не упал. Вот он выше поднял ногу, прям казалось, что он прям облок себе чуть не ударил. Мы с ним подскользнулись. Сначала я подскользнулась, а потом Женька. Так весело было. Вот так вот катали. А вон там фонтан ведь. Да, как фонтан красиво. Тут был, да. Куда мы пришли, Женька? Крымская площадь. Крымская площадь. Раньше, а тут такая красота. Как будто фонтан. Раньше была, да, площадь Урицкого. Здесь стоял с этой стороны на окраине дом. Заброшенный, с большим красивым садом. Да? Таким уже брошенным, ну, уже, да, садом. Я еще думал, что уже за ним никто не ухаживал. Там какие, ну, были там джунгли, дебри такие были. Ну, и там стояло в саду. Что там в саду стояло, Жень? Беседка была, да. Как красиво. Но тут посередине ведь ничего не было. Ну, это к Новому году, наверное. Да, там, смотри, какое дерево классное. Ну, я не помню, что там за кули вон такие. Кто там? Кули какие-то. А вон там? Что-то там. Спрятали, наверное, что-нибудь. Ой, какой красивый. А там снег слоями выпал. Как красиво. Идем по лавочке, по лавочке.
Хорошо туда? Там какое дерево. А там даже игрушки повесили, смотри. Красиво. Это там пихты спрятали просто. Какие симпатичные стойки. А, нас видно, смотри. Отражение шарика. Тут березки лежат. А там ты знаешь, что там суд в этом здании? Шестой. Не знаю, по Самаре, что ли, он шестой, интересно. Лавочки здесь необычные. Что-то не чистят здесь даже. Мне нравятся лавочки, смотри, какие классные, Жень. Можно лежать можно. Вот мы ходили с Димой по осени, что ли, где-то. Здесь прям девчонки лежали, гуляли, отдыхали. Придешь, вот так полежишь, книжку почитаешь. А здесь, помнишь, дома были какие-то деревянные. Их, по-моему, снесли, как раз вот здесь они стояли. Ну, такие старые дома из дерева. Здесь по-моему, разве? Не пихли. Та Али. Здесь, ты думаешь? Да. А там что-то построили, хочешь? Там, короче, в этом гудке фотовыставки. Не хочешь ходить с нами? Сейчас? Да ну, а что, вон, зашли. Пойдем дойдем. А пошли вон там, может, пройдем? Давай, там пойдем. Готовят у нас сейчас
креветки. У нас сегодня 1 января. И мы с Женькой будем сейчас праздновать. Теперь вдвоем с Женькой. То мы праздновали с семьей. А теперь с Женькой. Здесь у меня салат. Мама мне приготовила. Вернее, нам. Какой-то, не знаю, но он очень вкусный, безумный. Если кому-то интересно, пишите в комментариях. Я у мамы спрошу рецепт. Вот, и ролик, скорее всего, сейчас прям и выйдет. Я его сейчас смонтирую. Постараюсь, по крайней мере. У меня компьютер сломался, как всегда. Но я постараюсь это сделать. Здесь у нас холодец бабуля сделала. Рулетик мама сделала. Вот, бутылка шампанского Женька купил. И сок. Апельсиновый мой любимый и вишневый. Короче, вот так. Уже сил нету. Сейчас вот я доснимаю вам. Хотела заснять, как креветки приготовиться. Как я их сюда положу в чашку. Но что-то это, у меня сил нет уже ждать. Сейчас они, наверное, закипят. Я их там оставлю. И пойду быстренько монтировать. Не знаю, даже включится компьютер или нет. Вот, и вот такой вот мини-столик мы с Женей всегда. То есть один праздник с семьей празднуем. Один день, вернее, а второй день вдвоем. Дима у бабушки. Вот, а какие мне подарили подарки на Новый год, я запишу позже, потом, попозже немножко. Вот, салатик такой, смотрите, красивый, он такой вкусный, это вот я позавтракала им. Вот, всем спасибо за просмотр, с вами был канал Артмания, вас с Новым годом, счастья вам, здоровья в Новом году. Спасибо, что меня смотрите, я вас тоже очень смотрю. Очень жду ваших новинок, как вы отпраздновали Новый год. Также в этом году будут стримы проходить у нас. Вот, я провела один, вы видели, мне очень понравилось его проводить. Вот, ждите, смотрите, жмите колокольчик, чтобы вам приходило оповещение о том, что началась трансляция. Такой там состав. Состав большой. И, кстати, вот, кстати, да, они по 90 рублей стоили за штуку. Здесь, наверное, грамм 100, что ли, может быть. Это вот Женьки, а вот здесь вот мой. Мой, потому что здесь крема больше. Не знаю, с другой стороны просто. А, нет, вот, да, поэтому я его взяла. Он еще, он не ровный, еще крема много там. Пирожное конфетти. Все. Всем пока-пока.